Здравствуйте. На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос. Я верю в Бога. Не обязательно креститься. Вот что Христос отвечает на это в третьей главе Евангелия от Иоанна. Иисус отвечал. «Истинно говорю тебе». Это он беседует с Никодимом. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Церковь — это место, созданная Господом нашим, для того, чтобы давать нам дары. Самый главный дар ⁇ жизнь вечную, и дары причастия вечной жизни здесь, на земле. И самый главный на земле дар ⁇ это святые дары, причастие тела и крови Христовых. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день. Иисус же сказал им, истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Человек, который причащается, уже сейчас имеет жизнь вечную в себе. Мы так и молимся. Да будет мне причастие в себе в жизнь вечную. Не тогда только, а сейчас уже. А тот, кто не причащается, не имеет. Пока вы не креститесь, вы не можете принять Господа Иисуса Христа в теле и крови Его. Неужели этот великий дар, начинающаяся вечная жизнь, здесь не стоит того, чтобы креститься? Речь идет даже не о том, что для вас это будет грех. Это слово здесь лишнее. Это будет страшная потеря. Если вы можете креститься и не креститесь, это будет страшная потеря тех даров, которые Господь вам хочет дать. И в этой жизни, и в будущей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.